Дорогие друзья, всем привет! Значит, 4 сентября 2015 года на сайте компании rsvsystems.com была размещена новость о присвоении акциям компании Eurasian Rails KV Systems Holding международного идентификационного кода ценной бумаги. Присвоило его нумерующее агентство ISIN Organization. Вкратце, что дает этот код? Значит, стандарт ISIN присваивается всем официально зарегистрированным финансовым инструментам и используется по всему миру для того, чтобы определять конкретные ценные бумаги в рамках единой финансовой системы. Для того, чтобы проверить в независимой базе этот код и каким бумагам он присвоен, мы можем взять из новости этот код, здесь вот он указан, либо из, ну, мы возьмем конкретно из той почты, которая пришла нам из нумерующего агентства ISIN, расположенного по сайту isin.org. Значит, вот этот код. Мы заходим в независимую базу по адресу isincodes.net и вводим сюда присвоенный нам код. Нажимаем на кнопку «Поиск» и видим код и каким акциям он присвоен. Например, можно попробовать поискать коды других известных компаний для того, чтобы проверить соответствие. Например, небезызвестная компания Apple. Вводим в Google Apple ISIN Code. Видим код. Также вводим сюда. Получаем название. Или, например, компания Tesla. Также в поисковике находим ISIN код, вводим, получаем название. Или, например, компания Facebook, также ISIN, вот, получаем название. Таким образом, вы можете проверить, что акциям компании Eurasian Rails KV Systems Holding присвоен международный код, они видны в международной системе расчетов, и прозрачность компании повышается еще больше. Спасибо большое.